Прошло 3 месяца с тех пор, как в Чувашии зарегистрировали первые случаи коронавируса. Сегодня уже более 6 000 заболевших, 55 из них выявлены за последние сутки. Режим повышенной готовности в республике сохраняется. В данный момент среди субъектов Приволжского федерального округа по заболеваемости Чувашия занимает 5-е место. После перехода на первый этап снятия ограничительных мероприятий с 1 июля мы заметили некоторый рост числа вновь выявленных заболевших. А с 3 июля коэффициент распространения у нас даже превышал 1. Но в настоящее время, как уже было сказано Владимиром Геннадьевичем, ситуация стабилизировалась. Но еще ежедневно регистрируются новые случаи, около 60 и менее. Это нам не позволяет пока переходить к дополнительным снятиям ограничений. В муниципалитетах продолжают контролировать ситуацию мобильные группы. 19 бригад работают в Чебоксарах и 35 в Новочебоксарске. Главные объекты их внимания – предприятия торговли, общественного питания, транспорт. Группы следят за тем, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию и носили маски. Муниципалитеты обязаны минимизировать возможности массового скопления людей. Одно из самых популярных мест летом – это пляжи, которые, кстати, официально закрыты в Чувашии. И получается, купаться запрещено. Но у водоемов собираются десятки, а по выходным и сотни человек. Между тем, заключение от ведомства для открытия пляжей не получил еще в этом году ни один город и ни один район. На 17 июля проведена санэпидэкспертиза 4 пляжей города Чебоксары с проведением лабораторных инструментальных исследований, в том числе качества воды из реки Волга, питьевых фонтанчиков, песка с пляжей. Но пляжи не получили санитарно-эпидемиологическое заключение. Это просто не пришли к нам заявления, и эти заявления не были рассмотрены. Только на 17 июля, вот сегодня, 3 заявления получили. На пляжах городов Марпасад, Ядрин, Козловка, Новочебоксарск осуществляется купание. При этом санэпидэкспертиза пляжей с проведением лабораторных исследований качества воды и песка не проводилась. Возобновление деятельности мест отдыха, в том числе пляжей, допускается лишь на 3-м этапе снятия ограничительных мероприятий. Но для этого в любом случае нужно получить санитарно-эпидемиологическое заключение и дойти до благополучного санитарно-эпидемиологического состояния по заболеваемости. Помимо пляжей, муниципальные власти недостаточно строго контролируют соблюдение других ограничительных мер. И в первую очередь в Чебоксарах. Заместитель главы администрации Чебоксар по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с этим категорически не согласился. Нужно признавать о том, что Роспотребнадзор никакие мероприятия не проявляет. Мы всегда говорили о том, что мы их ждем. Мы с ними вместе работаем. У нас с 13 часов каждый день мобильные группы работают над тем, чтобы выезжать на торговые точки. Нет никого. И сегодня одна бутафория о том, говорить о том, что сегодня не работает муниципалитет, я сегодня с этим не согласен. Я прошу каждый день направлять людей, которые сегодня могут над этим вопросом работать, для того, чтобы проверять все наши торговые точки. Будут люди, будут. Сейчас коэффициент распространения COVID-19 в регионе 0,98. Если индекс меньше 1, продержится 2 недели, то можно будет говорить о переходе на 2-й этап снятия ограничений. Но никакие усилия властей и контролирующих органов не заменят личной ответственности жителей республики за свое здоровье. А мы в последнее время непозволительно расслабились. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Вице-премьер и министр экономического развития Чувашии Иван Моторин освобожден от должности. Временно исполнять обязанности главы ведомства будет первый заместитель министра Инна Антонова. Иван Моторин занимал пост вице-премьера республиканского правительства с февраля этого года. Тогда же его назначили главой ведомства. 47-летний Иван Моторин находился на госслужбе 18 лет. Начинал с простого специалиста в Министерстве внешних связей Чувашии. Занимал пост министра экономического развития при 3 руководителях республики. Был председателем правительства.